Давняя проблема общества «Монтажник» в Махачкале буквально отравляет людям жизнь. Канализация, которая растеклась рекой повсеместно, душит местных жителей едким запахом. Ситуация усугубляется в летний период. На место выехал представитель администрации города, который объяснил, почему проблема застоялась в прямом и переносном смыслах. Хадижа Курбанова с подробностями. Вот она вот так была, вот полная вот так канала была. Вот так. Некогда канализационный ручей превратился в речку-воняйку, которая приносит массу неудобств местным жителям. Осенью в результате дождей грязная вода затапливает дома, летом стоит знойная жара, усиливая неприятный запах. Жить в таких условиях невыносимо. Мужская часть населения вынуждена вручную очищать канал от мусора, чтобы вода не застаивалась. Его запах невозможно передать через микрофон, через камеру, но люди задыхаются, дети падают. Это фекалия, вы понимаете, это туберкулез. Это полный букет антисанитарии. В этом году мы сами чисто ручную вот камыш ложим, и где надо рубим, где надо вилами, лопатами, этим граблями тягаем, чтобы расширили чуть-чуть, чтобы вода проходила, ил проходила. А так невозможно вообще дышать. Эдуарду Муратханову 80 лет. Он в числе активистов принимает участие в очистке канала и не отстает. Несмотря на преклонный возраст, мужчина не раз спускался в канал, чтобы лично провести очистку. Раньше здесь правильно сказали, что ручеек шел 20 лет тому назад. Так было. Здесь рыба ловилась. Тут лягушки квакали, ночью нам спать не давали. Сейчас ничего, все исчезло, и даже комары исчезли. Это опасность не только для нас, это для всего города. Это все идет в море, поступает. Стоки идут отовсюду. Проблемная речка заполняется не только водой из домов жителей поселка, но и канализационными водами прилегающих улиц других поселков. Чтобы решить проблему с бородой, люди обращались во все возможные инстанции. Но пока, по их словам, никто не дал вразумительного ответа. Чтобы разобраться в вопросе, на место события приехал представитель УЖКХ. В связи с тем, что все канализационные линии у нас перегружены, пока эту канализацию не сделают, шахтный метод, Махачкала-Каспийский, некуда это все соединять, вести. Должна быть точка подключения. Все эта канализация, которая здесь идет, она подпором идет. Это все стоки, чтобы перехватить, нужно завершить эту канализацию. Когда это завершится, вот, не то что это микрорайон, Пальмира, все это, все вот такая проблема. Нигде канализации нет. Чтобы это все перехватить, надо сперва куда ее сбрасывать. Администрация Махачкалы намерена сделать все возможное в решении вопроса. Но для того, чтобы решить проблему с давней историей, понадобится время. Кроме того, необходимы немалые средства, которыми, по словам представителя УЖКХ, администрация пока не располагает. В качестве временного решения проблемы представитель горадминистрации предложил очистку водостока, которую будут проводить регулярно, чтобы жителям не пришлось заниматься этим вручную. Хадижа Курбанова, Зарифа Шабанова, Асият Умалатова и Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.